Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» – это не только соревнования на полигоне и в цехах, но и деловая программа. День чемпионата в Мирном начался в ДК «Алмаз», где участники узнали, как правильно выходить из конфликта и что недопонимание в коллективе не всегда плохо. Ведь в споре рождается истина. Они изучат технологию выхода из конфликта, потому что существует много разных стратегий выхода из конфликта, и они последовательно изучат все эти стратегии. Ну и, наконец, научатся справляться с тем гневом, который возникает, когда мы вступаем в конфликт. В РСЦ тем временем продолжались соревнования слесарей. Команда слесарей оказалась дружной. Участники помогали соперникам, подсказывали, как справиться с заданием. Даже во второй день многие не могли совладать с волнением. Мы вот видите, вот руки трясутся, как у алкоголика. Ну, это просто эмоции зашкаливают, потому что все мы хотим и стараемся другого подсказываем всей команде, кто что знает и как сориентироваться. И все равно допускаем ошибки, потому что эмоции зашкаливают. Просто мы здесь столкнулись с тем, что во многом вообще не знали. По идее, как бы мне особо сложно, просто когда нервничаешь, переживаешь, и ты элементарные вещи забываешь, как делать. Вот советуемся, помогаем, обсуждаем. Вот сейчас у нас вообще конкретно все обсуждения. Кто так, кто так, кто-то уже прошел, пришел, спрашиваем, уточняем, у кого получилось, у кого. Ну, тоже люди путаются. Болеете друг за друга? Да, болеем. Если первые четыре задания у мастеров касались расчетов, то на второй день эксперты подготовили проверку на внимательность и четкость. Конкурсанты регулировали форсунки и пытались правильно выставить газораспределительный механизм. Была написана доступная технологическая карта. Если конкурсант внимательно ее прочитал, то, в принципе, выполнить эту операцию довольно-таки просто. На полигоне МУАД после обеда стартовали одни из самых зрелищных соревнований среди машинистов экскаватора. В общем, я приехала из удачного, болею за удачный скилл. Волнуетесь за коллег? Конечно, очень переживаю. Болею за всех одинаково. Я где-то в душе уже сама машинистка экскаватора стала. Для того, чтобы участвовать в этот конкурс, преодолели больше 2000 километров. Начиная с вертолета, самолета, на такси. Мастерский боулинг, филигранный бармен, трубочист – так назывались задания для машинистов-экскаватора. Профессионалы показали мастерское владение ковшом. Пытались сбить баскетбольным мячом кеги для боулинга, заполнить ведро водой, попасть в трубы разного диаметра палочкой, а еще наполняли стаканы жидкостью из пластиковой бутылки. Ну, задания легкие, но больше, наверное, волнения было. Какое задание было самым сложным? Ну, вот ведро воды набрать. И все. Остальные нормально. Легкие. Ну, на мой взгляд, наверное, вот самое первое, где вот поставить кубики, ведро воды набрать. Наверное, оно, скорее всего. На какое место рассчитывать? Ну, как и все, на первое. Конкурсный день в Мирном закончился на Центральной площади. Горожане, коллеги и родные участников чемпионата «Лучший по профессии Алроса» участвовали во флешмобе в поддержку профессионалов.